Здесь растут почти 9 тысяч плодовых деревьев. Хозяин сада уверен, сорт этих яблок один из вкуснейших в мире. Называется Honey Crisp. Это яблоко не ешь, а пьешь. Вот оно настолько сочное, настолько сладкое. Ну, Honey Crisp в переводе означает медовый хруст. Вот. Так оно и соответствует. И когда ты его откусываешь в брызги, вот сока в разные стороны. Вот и все. То есть это действительно по праву самое лучшее яблоко, которое вот я знаю. Сорт отличается сладким вкусом и высоким урожаем. Молодым деревцам около 3 лет, но на каждом из них уже спеют плоды. В этом году садоводы будут собирать урожай впервые. Здесь больше десятка яблок, ну, порядка 2-3 килограмм, потому что яблоко будет крупное. Я уже говорил, повторюсь, что яблоко будет необыкновенного вкуса. И вот они такие вот напитываются сейчас солнышком. Нам еще 2 месяца расти. То есть уже размеры впечатляют. Супруги Колесниковы раньше садоводством не занимались. В поселке Мстера у Анатолия своя иконописная мастерская. Но однажды он понял, хочет выращивать фрукты. Предложил коллеге по работе стать партнером. Теперь они возделывают землю вместе. Вторая владелица подчеркивает, такому участку надо уделять много времени. Площадь сада порядка 5 гектаров. Саду уделяешь очень много времени. Этим живешь, этим дышишь, потому что... Но здесь надо постоянно находиться, за всем смотреть, наблюдать. Помимо яблок, в саду сливы, ягоды и даже персиковые деревья. Правда, в этом году из-за холодной весны они плодов не дали. А вот клубника порадовала. Это редкий для наших широт итальянский сорт. Отличается сочностью и сладким вкусом. Выращиваем клубнику. Вот это итальянские сорта. Корень называется фрига, это быстрорастущий корень, да, быстро вступает в плодоношение. Вот, посадили под пленку, которая уже с дырочками, под этой пленочкой капельный полив. Очень приятная и вкусная клубника, вот, ничем не уступает южным сортам. Садоводы радуются первому урожаю. Пока что клубнику продают знакомым. В планах поставки в местные магазины и на рынке. Александр Инин, Мария Гончарова и Андрей Беляков.